Всем привет, с вами Фанатик, это игра Total War Warhammer 2, и мы продолжаем совместную кампанию с Саньком за лесных эльфов. Сейчас буду штурмовать здесь, продолжать орков в пустошах, ну и у меня там дальше большие проблемы с хаоситами, которые приперлись. Три отряда я уничтожил, а потом приперлись сильные отряды, и немало. Так что не знаю, что там получится, посмотрим. Ладно, для начала я бегу сюда. На полном ходу. Мне нужно уничтожить этих поганцев. Нападение на гарнизон, давай. Опа, успех. Качаю, качаю, качаю вот этого товарища. Денег у меня хватает на операции, это не проблема. Далее. Этим походил. Что здесь? Здесь у меня в чуме. То, что можно зачумить, эти поганые крысолюды зачумили. Далее, значит, я беру вот так вот и нападаю вот сюда. Авторасчет. Ну и оккупировать, конечно же. Нечего тут с каваном селиться. Аура дисциплины плюс 20% нападение, восстановление посох энергии. О, неплохо. Надо выползти отсюда, чтобы не в городе быть. Здесь, соответственно, проведу ремонт. Поставлю что-нибудь вот по типу такого. Здесь, значит, прокачался у меня великий энд. Чтобы ему такого... Что у него за армия? Ага, древолюды, поэтому... Поэтому, наверное, стрелы леса, наверное, первым надо прокачать, да? Скорее всего, да. Для кого? Для страж полян, чащобных разведчиков и стража пути. А крылья леса, сила оружия для наездников. Блин, это разные ветки, к сожалению. Вот это что дает? Скорость? Нет. Давай сначала стрелы леса. Я буду бустить. Ты? Что у тебя? У тебя курнуса есть. Поддержание порядка давай сначала, потом тренировки. Все, это захватил. Теперь нужно как-то сдюжить пики Карака. Не знаю, правда, как у меня это получится. Порт Кривой Клык. А, ну это, кстати, другая область, да? А 8 пиков Карака он не заразил чумой. Вот хитрая... Крысятина. Я в шоке с этого поганца. Так, мне надо в Туманные горы. Сначала, наверное, попасть. Да, далеко я не убегу. Давай с помощью вот этого умения сюда, в Туманные горы, я попаду. Вот здесь тоже орки селятся. Надо, наверное, наведаться, посмотреть, захватить что-нибудь. Тут у ящеролюды тоже. Ящеролюды, давай, лимас. Захватывай. Ты с ними не воюешь, что ли, с орками? Не может такого быть. Да ладно. Ты чё, ящеролюд, прикалываешься? Как ты с орками не воюешь? Серьезно? Последний бастион? Не, у него нормально тут. Все выделилось, все как надо. Ладно, тогда. Вот с этими мне бы тоже заключить какие-нибудь договоры. Нет, не хочет. Зря ты не хочешь. Здесь договоры о ненападении. Давай военный союз с тобой заключим. Нет. Да, может быть, оборонительный захочешь ты со мной заключить. Хотя бы. Тоже не хочет. А ты что, прикалываешься? Почему так? А что насчет культа Сатека? У них всего лишь три поселения. А, они со мной вообще не особо-то дружат. Может быть, хотя бы право прохода мы с тобой замутим, ну? Вот, право прохода. А теперь давай оборонительный. Интересно. Очень даже интересно. Почему так? Непонятно. Хорошо. С царями гробниц у меня все хорошо. Надо химри куда-нибудь натравить. И изгнанники Нехакара. Но они там сверху защищаются. Кстати, надо глянуть, что там сверху изгнанники Нехакара делают.
Так, ладно, это ящероли. Ой-ой-ой-ой-ой, а изгнанников Нихакара тут жмут, я смотрю, орды хаоса. Блин, походу, надо за этой ситуацией следить. Возможно, придется нанять здесь еще отряд и как-то обороняться. Пару ходов я еще подожду, если нет, то придется мне исправлять эту ситуацию. Ладно, ладно, хорошо. Значит, с этими пока что все. Ты здесь срочно надо, срочно прям на марш бежать на стоянку Ориона. Прям срочно, обморочно. Вот сюда вот. И перемещаться в лес, где у нас, как ее это, темная дриада была. Конфедерацию заключила. Там у меня беда, 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 беда. Так, тут я добежал, там добежал. Здесь. Пора врываться. Давай, Моргхайм. Автобой. Захватить, оккупировать. Отлично. Повышение. Здесь, значит, проводник чар. Естественно, я качаю. Потому что магия — это важно в бою очень даже. Так, это у меня летает. Летает, летает. Борьба со скверной есть. Что еще прокачать? Это нечего прокачать. Зверооблик можно взять, в принципе. Или проклятие. Давай проклятие. Проклятие — нормальная тема. До начала прокачаю проклятие. Здесь, значит, тоже восстанавливаю я это все безобразие. Так, вот так. Ну, выйди, пожалуй. Блин, он тут не боевые потери несет. Но если он заразится чумой в этом городе, блин, это будет еще хуже. Нет, лучше неси не боевые потери где-нибудь здесь. Теперь мне нужно на плавучую деревню напасть и на дохлое ущелье. Здесь я захвачу, а тут, по идее, захватит царь гробницы. Тут что у меня? О, тут мне можно построить что-нибудь полезное. Что-нибудь полезное. Ну, давай. Вот эту вот тему. Пусть оборона будет дополнительная, да? Да. Все, с этой стороны я все закончил. Теперь, сестры. Сестры. Вы с помощью прыжка тут двигались. Нападаю на Гарсель. Автобой. Да-да-да-да-да. Ой, как хорошо. Сопротивление выстрелам. Щит. Неплохой очень даже. Сестры прокачались. Это меня устраивает. Давай, стрелы леса. Бустим. Здесь ремонт. Здесь вот такой вот. Жертвенные земли. Вампирчики ходят, что-то бродят. Непонятно, что-то делают. С этим понятно. Значит, ты. А ну иди-ка сюда. С вот этим дядькой надо разобраться. Хотя даже не с этим дядькой надо разобраться. Нужно с вот этими вампирчиками, которые тут скапливают силы. Ой, я смотрю, зимний клык прибежал, да? Да-да-да. Видимо, с кладбища дракаров. Бухта Торосов тоже собирает армию. Ну ладно, с тем я разберусь, а с этим... Мне еще как минимум пару ходов добираться туда, ладно. Да я сейчас нападу, мне постараюсь, если хватит ходов. Теперь здесь. Хаситы погонючие, блин. Сверху, снизу, отовсюду лезут. Отовсюду лезут, не дают спокойно жить. Надеюсь, здесь подкрепление будет из леса грифонов у меня. Если нет, то вот этот меня размажет и не заметит. Так, дричу я тоже нанял. Ладно, хорошо. Буду надеяться на лучшее. Все-таки, может быть, получится отбиться. Если толпой не нападут, то шанс есть. Тут крысы тоже... Позаражали чумой, я смотрю. Ох, они любители, блин. И мое поселение заразили. И сразу всю область заражают.
Ладно, здесь, в принципе, тоже больше делать нечего. Пропускаю ход. Давай. Новая особенность — вербовка дрича. Стоимость найма снижена на 5%. Ну ладно, это, в принципе, неплохо. У меня опять 15 тысяч денег. Тут вампира почти два отряда уже. Побежал, но он сейчас отступать, наверное, будет. Это автобой. А, нет, не отступил. Нет. Посмотри, что тут я раскидаюсь, но ладно, потом. Так, хорошо. С этим разобрались. Хаоситами надо жестко. То их очень много, блин, расплодилось. И здесь тоже шастают хаоситы. У меня здесь отрядов нет больше. Эти чё? Эти так и не заселились. Я им дал 4000 денег, а они ничего не сделали. Странно. Эти вот фракции, которые появляются, что-то они как-то себя ведут очень странно. Но есть же где поселение основать. Пустых земель, блин. 4 аж. 4. Кто-нибудь вон. Каракзифлин, форт можно было взять вполне себе. Там красочку торговать с нами, получать прибыль. Странный тип. Странный. Здесь-то хаоситы, здесь-то понятно. Здесь, скорее всего, тоже. Так, с этой стороны. Гномы. Бедные при... Ой, здесь уничтожил орк, да? Ага. Интересно. У гнома отжали. Осталось у него последнее поселение и два отряда. Ну, отряды не такие слабые. Чё они им проигрывают оркам-то? Я не понимаю, как они могут им проигрывать. Тут не такой сильный герой был орковский. 20 какой-то всего лишь. Можно было бы его отпинать. Мне еще если сюда идти, то пипец, разорваться я не могу по всей карте сразу, блин. У меня здесь проблемы с этими, с крысками. Я хочу все-таки с крысками разобраться как-то. До этого я захвачу вот этот, вот этот, вот этот. И потом прыжком сюда. Вот этим придется пока что постоять, наверное. Или на черный рудник пока что сходить, как вариант. Захватить горбатую гору и черный рудник. Пока буду я вот этим нижним собираться. Добираться. О. Что это они сюда-то прибежали? О, цари гробниц решили мне помочь? Что ли? Или это... А, Нин, походу, напали. Ладно, в любом случае, здесь автобой. Тут особо-то сражаться. Нахрена он сломал? Тю, царь гробниц странный. Взял, сломал. Поселение. Там же крысы поселятся стопудово. Ну ладно. Ой, на меня напали. Тут автобой. Некромантиусу все не имется, да, я смотрю? А теперь на меня напал. Архаун навеки избранный. Автобой тоже. Тут под чумой. Вообще некем защищаться. Сломал и убежал. Вот поганцы. Все рушат, все рушат. Это кто такие? А, гномы хребта, которые новые здесь. Они в военном союзе с ящери людьми. Ну, я не против. Давай, я тебе даже 1000 готов отдать.
Содержание танцоров. Нет, давай убить. Налет. Ага, орк восстановился, я смотрю, зараза, вернулся. Сейчас будет. Последний бастион призывает войска против поселения. Хорошо. Моторку. Походу мне сейчас грохнет этот арчила. Мне здесь обороняться некем. Еще и, блин, все в чуме. И здесь все позаражал. Да что за крысолют погонючий? Пипец, сейчас же катком этот орк пройдет по этим поселениям. И даже обороняться никак не смогу я там. Так, ладно. Бессмертие. Прокачиваю. Ты 34 уровня уже. Охренеть, можно просто. 34 уровня. Что ему прокачать полезного? Тут остается только доспехи и закалку прокачивать. Чтобы еще сильнее не были. Вот этот вот тоже апнулся. Заказное убийство максимальное. Давай, нападение на войска. Прокачиваю тебе, дружище. Теперь надо идти и вот сюда нападение на гарнизон устраивать. Хотя там она в чуме, поэтому смысла не имеет. Давай лучше сюда. Давай лучше сюда. Здесь этот дурачок взял, разрушил. Тут что? Тут, я так понимаю, он захватил? Захватил. Хорошо. Это хорошо. Мне либо нестись вверх вот этим отрядом. А вот этим отрядом пойду захвачу деревню, потом дохлое ущелье. Потому что тут орк шалит, и я ничего не могу с этим поделать. Наверное, надо срочно обморочно вот этими подземными путями нестись на всех парах и спасать вот эту вот моторку и рваться вверх на помощь. Так, ты пока что, пожалуй, давай сюда. Черный рудник надо захватить. Так, где мой главный дядька? Это еще не главный дядька. Ты тогда несешься сюда. А главный дядька, который Дурхту. О, тут королева прокачалась эльфийская. Это круто. Давно я не сражался этим отрядом. Бегает он по карте туда-сюда. Ничего полезного. Так, ранение, борьба со скверной. Было бы неплохо на самом деле. Слово боли что дает? Точно снижает. Это на лучников очень даже хорошо бы зашло, да? Буря. Наносит значительный магический урон. Эффективность против летающих целей. Давай прокачаю. Все-таки драконы иногда попадаются всякие. Некроманские. Бегом. Ну-ка. Ты сможешь переместиться глубинными корнями? Тут у меня серьезные такие проблемы в лесу грифонов. Давай. Оп. Отлично. Отлично. С этим дядькой разобрался. Тут у меня прокачка. Прокачка. Не знаю, что тут прокачивать ему. Ну, буду прокачивать боевого. Далее, может быть, в какую-нибудь армию его определю. Ни хрена себе тут некромов-то. Два отряда здесь, два отряда там. Да, они сейчас будут меня здесь крушить. Тем более там в одном отряде там одни конники практически. Там просто почти весь отряд одни конники. Это жесть. Это черный. Ладно, рыцарь. Будем нападать на войска тогда. Успех, отлично. Ранил. Причем не кисло так их ранил. Ух ты. Мне нравится, как он их ранил. Молодец. Справился. Здесь. У сестер прокачка агента. Давай стремление. Еще разочек я тебе бустану. Зимний клык еще один плывет. Они решили объединиться и в одном порыве ворваться со всех сторон.
Здесь клык, раз, здесь нанимается, одного ты уничтожил. Здесь вампиры лезут, как таракашки. Блин, куда бы мне... Давай я, наверное, на черную яму. Блин, если они на меня толпой такой нападут, не факт, что я смогу выдержать. Тем более у меня неполный отряд. Надо бы нанять еще кого-нибудь. Ладно. Нанять еще кого-нибудь, это, конечно, круто было бы. Если на марше, то куда я смогу добраться? Тут еще весь день и боевые потери, блин, на этих землях несутся. Это не очень здорово. Да, это минус огромный. Блин, придется мне куда-нибудь сюда сигать. Ладно, пойду пока на Арнау и попробую зимнего клыка хотя бы сдержать. Этот, надеюсь, за один ход не доберется всеми своими отрядами. Ты лагерем стань, иначе будешь нести небоевые потери. Я сейчас хочу попробовать напасть на Миденхейм. Там войска не самые такие грозные. У них хотя, конечно, поранены, но все равно. То есть там в городе, будем сначала расстреливать их. Ну, может быть, да. Попробовать можно. Так, это здесь что? Здесь у меня орлиное зрение. Я прокачиваю. Не напали на меня эти хаоситы. Но их тут хватает. Он пока что решил на гномов ворваться. Но один город-то он мне в любом случае уничтожил. Блин. Ну, Дрича успела нанять целых 3 отряда. Это хорошо. И плюс прибыл мой теперь дурту сюда. Теперь мне сдобровать поганцам таким. Так, ты давай, наверное, объединяй войска. Вот этих вот всех. Отдаешь Дриче. Все. Здесь полный стак, ты пока что будешь в наеме. Будешь в наеме, почему-то только местные доступны. Стражи пути давай. Беру. То у Дричи получается такой какой-то отряд лучников сплошной. Не, давай не так. Давай не так поступим. Древолюды все еще недоступны. Давай хотя бы древний. Прям вот так вот два хода будет сидеть нанимать. Не надо дричи, побольше древней, потому что у нее бустов для них очень много. Вот здесь у меня полный отряд, да? Ну, менять я не буду здесь армию. Надо ворваться, наверное, вот этих вот. Шлепнуть на следующий ход. Тут что? Что не строится? Давай, стройтесь. Стройтесь. А вот эту ерунду надо сломать. Это мне не нужна фигня. Я ей не пользуюсь. Кто не походил? Походил только лишь вот этот вот. Давай, туманные горы. Захватываю. Автобой. Отлично. Блин, пустоши Нагаша там тоже, видимо, крысолюды сидят. Потому что там много разрушенных поселений. И это не хаоситские поселения. Скорее всего, там какой-то клан крыс опять же сидит. Что ж это такое? Почему везде, куда ни плюнь, блин, вражины просто. Хорошо, что тебе прокачать полезного, дядька? По армии у него есть и лучники, есть и конники. Ну, лучников, наверное, все-таки стрелы леса самый лучший вариант. Тут бы, конечно, природное исцеление. Самое печальное, если они нападут сразу всеми четырьмя отрядами на меня. Это вообще будет же полное Ж тогда. Вот это давай. Вот это давай. Ну и все. Здесь походил. Кто остается? Остается Дрича только. Дрича, Дрича. Надо вот этих бустануть. На ипостась дуба. Чтобы они были бронированные. Блин, ну если я Дричи сорвусь, могут на меня, конечно, напасть они запросто.
Их надо как-то тоже крушить. Там снизу гномский клан идет, интересно. Ага, хрена там, да? Хрена там я успею туда добежать. Ладно, в любом случае, пропуск хода. Посмотрим, что предпримут вампы. Кстати, меня еще беспокоят зимние клыки, понаклепали тут армеек. Ох, етить у него тут этих мамонтов. Норских великанов. Какие-то легендарные отряды. Это герой 20-й. Ну, не самый сильный, но тем не менее. Один 20-й, другой 20-й. Здесь агентов целая прорва. Хаоситские, вампирские, блин. Кого тут только нет. Нет, ну напасть... Вряд ли он нападет. Вот этим отрядом он покоцанный в хламину, конники его. Нападение на войска я ему сделал в любом случае. Может, сил просто не хватить. Хотя у главного героя тут варгульфов хватает. Но есть и слабые отряды, которые бесполезны, по сути. Варгейсты, варгульфы... Нечистый камень притяжения тоже достаточно мощный. Неудача. Нападение на отряд, да? Нанял уже полный, да, стак? Отлично. Тебя 5 уровня всего лишь нанимаются герои. О, слабенько. Я минимум 8-го. А то и 9-го, 10-го есть. Сразу же. Практически, блин. Если даже кто-то погибает, то достаточно сильные отряды в бой вступают. Меня еще беспокоит вот эта вот тема. Хотя скверна достаточно быстро отнимается, может быть, не успеет восстание подняться. Тут уже очистилось у нас в основном все. От скверны лес зарос. Зарос везде лес, хаоситская скверна тоже уходит. Зарастает все травкой да лесочком. Красота. Черная яма. Так, ну этот я захвачу, конечно же. Городишко. И мыс мародера захвачу. Потом еще надо бухту торосов вообще разрушить нахрен. Хотя, что ее разрушать? Это порт. Порт это всегда приятно, порт это всегда хорошо. Дополнительные денежки нам не повредят. 96 поселений, ну тут за каждое поселение приходится грызться просто зубами. Зубами приходится грызться, защищать. Тут вроде бы прошелся так хорошо, позахватывал, но орки приперлись. Давай, блин, захватывать все назад. Откуда-то отсюда, где они здесь только армию взяли, непонятно. Видимо, вот с этих гор они пришли. Буду надеяться, что не успеет много здесь захватить, пока я буду добираться до него. Тут достаточно мощный отряд, прокачанный. Всего лишь нужно добраться сюда. Это два прыжка сюда, третий прыжок уже сюда. Я смогу, в принципе, защитить свои поселения вполне себе. Самое главное, что я с помощью корней мира Дурхту успел переместить. И теперь им будут давать отпор хаоситам. Лес грифонов не падет. Это стопудово. Дрича плюс Дурхту. Два великих древня, так сказать.
Крысолют. Ну, тут автобой. Это было ожидаемо. Туда-сюда гоняем, короче, это поселение. Так, налет, на перевал, смерти. Это еще где? Так, теперь орк. Тут тоже автобой. Что будет делать? Захватывать, разрушать. Купировать. Сломал. Да задолбали они. Ну, восстанавливать долго. Я не буду этим заниматься. Восстановлением. Теперь на мое поселение напали. Ну, здесь, кстати, тоже автобой. Черная яма. И мне показалось. Но вот здесь можно повоевать. О, да, тут явно надо повоевать. Тут все неоднозначно. Если даже автобой врубить, можно потерять много отрядов. А зачем? Вон Карштайн напал. Самый главный легендарный герой на драконе. Он тоже достаточно силен. Он, у него и дыхание у дракона есть. И так он достаточно сильно лупит. Такие спеллы еще применяет. Сильный засранец. Да он на лес, что ли, напал? Нет, это не лес, это город такой. Достаточно сильная оборона у города. Ну да. Я бы даже сказал, очень сильная. Ну, правда, без героя. Конечно, не очень хорошая. Ну ладно. Лучники такие себе вообще бесполезные, можно сказать. Если до них добегут, то это все. Лучники уже не лучники. Они если бегут, они не стреляют. Не умеют. Недолучники. Как у этих. У людей там тоже те. Если до них добрались, то все. А у эльфов нет, у эльфов, блин, нормальные, которые вторые, третьи, они убегают, стреляют, такие, оп-оп-оп, еще и быстро убегают достаточно так. Не каждый догонит. Так, ну тут опасные летающие, это, террор-гейст у него есть, ёкарный бабай. Конники есть. Минимум я вижу 4 отряда коней. Варгульфа, ты что? Ой, это жестко будет. Далеко не факт, что мы победим. Мне кажется, даже совсем не победим. Ладно. В любом случае, сдаваться раньше времени не стоит. Попробуем, повоевать. Узнаем. Давай, наверное, на гору смещаться, что ли? Из низины. Главное реализовать дыхание драконов нормально. Какие-нибудь полчища. А тут только у нас дриады, древние. Ну, и лучники бесполезные. Не самые, так сказать, лучшие войска. Главное, главнокомандующего вот эту с пиками прям подальше-подальше куда-нибудь надо и спрятать. В самом конце. Чтобы до нее было сложно добраться. Иначе мы быстро тут проиграем, если они на нее ворвутся. Носят их достаточно быстро. Даже конники, хотя они вроде с пиками, должны им ломать лица, но как-то они не очень им лица ломают, как показала практика.
понеслась, что ли? Сейчас расставлю. Энтов, наверное, надо вперед выводить. Они хоть как-то сдержат. Ну-ка, вы сюда. Вы сюда. Драконы. Не знаю, с драконами надо что-то решать. Поджаривать вот эти вот войска, которые плетутся. Давай сюда. Давай сюда. Дыхание. Один хорошо попал. Второй тоже достаточно неплохо. Теперь отступаю. Теперь отступаю назад. Орлов тут уже практически отпинали, да? Очень жестко досталось орлам. Так, давайте. Наверное, ближний бой. Врываемся сюда. Драконы. Капец, он их погрыз. Ну, давай, сражайся. Энты. Энты встречают. Один встречает здесь, другой встречает тут. Ну, они продержатся какое-то время, но я думаю, не очень долго. Так, ты вернулся в бой. Давай сюда нападай. Лучше вот на коняшек. Или нет, ну, давай, на летающих сзади приземляйся. Что здесь? Может быть, получится героя хотя бы отпинать. Шансы маленькие, ну а вдруг? Так. Этот Варгульфа пинает усердно здесь. Копейщики. Иди сюда. Копейщики не очень интересны мне. Ну, убейте его, ну, вы же великие драконы, етить вас в пень. Так, того прогнал, отлично, здесь орлы, да, дриады, в принципе, вполне себе справляются, да? Террор-гейст еще мчит. Этот сейчас дрогнет и сбежит нахрен, ну, давайте, добивайте. Добивайте вы его, ну, давай, давай. Отлично. Теперь первый и второй отряд сюда. Энты тут хорошо справляются. Мне нравится, как они справляются. Теперь иди-ка сюда. Мне здесь нужна поддержка. Где второй? А, тут второй как раз дайвалют. Ну что вы, справитесь? Нет? Террор-гейстом-то. Орел. Ну-ка. Обходи. Врывайся. Сзаду. Опа. Отлично. Хорошо получилось. Террор-гейста практически победил. Это хорошо. Драконы еще выжили. Вот, правда, орлов всех растрепали. Главное, чтобы мои... Драконы лесные, вот, отлично, не сбежали. Это хорошо. А раз вы не сбежали, тогда сюда. А где он вообще? Что он тут делал? Тут еще он, Варгейст. Варгейста тогда грохни. Его гонит, гонит, гонит. Как тут энты? Энты прекрасно себя показывают в бою. Ваши воины, презренные трусы, вы задолбали убегать, если честно. Ближний бой уже не требуется от тебя. Требуется дальний бой вот этого Варгульфа. Так, Дракониус. Дракониус, давай. Мчи на подмогу. Просто мчи на подмогу. Вы только ничего не бойтесь. Ведите огонь, все нормально будет. Так, тут полчища скелетонов прибежало. Значит, дыхание дракона. Сказал, дыхание дракона. Сюда.
Жги. Хорошо. Ой, как хорошо поджарил скелетониусов. Мне нравится. Вот только он сразу убежал. Блин, так хорошо поджарил и скрылся. Тю. Ну, побежали. Отряд практически уничтожил сразу с одного дыхания. Жаль. Энты достаточно долго и хорошо держались. Террор-гейстов, всех летающих, в принципе, коников некоторых потрепали. А, не всех летающих, там один выжил, да? Непонятно только, где он был. Ну, подрались неплохо. Без героя, конечно, тяжко. Если бы у него второй герой не подбежал, может быть, шансы и были бы. Там осталась в основном пехота. Летающие отряды какого-то фига дрогнули в последний момент. Хотя у дракона еще было дыхание. Эти еще на орлах могли повоевать какое-то время. Не знаю, что это они так решили. Текать. До них-то все равно никто не доставал. Чего бояться-то? Лучников во вражеской армии не было. Непонятно. Ой, тут снизу еще дракон халаситский. Йокара на мобайне. Просто тут окружают. Разрушено, разграблено. Налет. Нападение на войска. А, 27-й хаосит. Это который здесь промышлял. Он решил, блин, ко мне ворваться. Ну вот. Какого фига? Гном. Давай дружить, гном. Давай как-нибудь мы с тобой будем дружить, а? Как ты на это смотришь? Купить войну, например, с Сильванией. Как на это смотришь? Низкая. А если я тебе дам денег? Например, 1006. К примеру. Не хочет. Не хочет, упирается. Противный гном. Какого фига тебе гном надо противный? Что ж ты так упираешься? Ладно, что я здесь могу полезного построить? В принципе, ни хрена полезного не могу, да, построить? Что мне поможет в войне с хаоситами? Хорошо. Здесь у меня прокачка у этого дядьки. Ему уже прокачивать-то, в принципе, нечего. Ну, вот это остается только лишь... Качать ему. Здесь наем, здесь защита, здесь дрича. Может, в принципе, вернуться, обменять. Туда я вряд ли доберусь, да? И там еще вот эта птица дурацкая. Но она покоцанная, кстати. Достаточно не кисло так покоцанная. Я бы туда, наверное, сходил. Вот этих надо сразу бустануть мне на ипостась дуба. Так. Ждать нельзя. Нужно нестись, нападать. Здесь один отряд с помощью обороны леса должен справиться, если вдруг вот этот нападет. Но он, скорее всего, разрушит вот эти города в первую очередь. Да еще не самый мощный. Что тут ей можно одеть? Почему-то у нее артефакты какие-то такие себе. Это что дает? Сопротивление, урону, доход от трофеев после битв. Сопротивление урону не такой плохой, на самом деле, артефакт. Больше лучше ей нечего поставить. Я понял. Да уйди ты. Да я понял. Прицепилась, да? Ты смотри. Здесь вообще ничего нет. А зря. Колчан орла. Нанесение урона сквозь доспехи. Магический снаряд. Высокая эффективность на большом расстоянии. Давай, Дрич, я тебе поставлю такую штучку. И меч надо какой-то. Доступ к магическим атакам. Урон сквозь доспех. Давай, будешь фигачить сквозь доспех. Как миленькая. Вот здесь непонятно, докуда я добегу. 2 сантиметра или чуть побольше.
Ладно, в любом случае. Терять времени нельзя. Нужно тягать куда-нибудь сюда. И Дурхту тоже рядышком давай. Будем врываться на этих поганцев. Здесь он несет небоевые потери. Эти тоже покоцаны. Надо вот эти два отряда уничтожать. Так. Так, теперь ты. Какая-то прокачка. Прокачка у духа леса. Ну, давай силу оружия. Хотя бессмертие надо было брать. Ну, ладно. Бессмертие подождет. Я надеюсь, никто не сломает лицо этому отряду. Бегом. Тут полный стак уже. 29-й этот поганец. Здесь. Здесь с помощью прыжка надо действовать. На пик злобы отправляемся. И, возможно, надо было еще в пустоши Нагаша наведаться. И вот сюда заглянуть. Сильно расплодиться нельзя. Крысам давать тоже, конечно. Может быть, мне вот этим отрядом наведаться им на помощь. Но там орки у меня еще, которые меня сильно беспокоят. Вон они, блин, ломают мои поселения. Нельзя этого допустить. Давай, подземные корни, помчал. Что здесь? Этот покоцанный куда-то сорвался. Напасть на него. Нападение на войска. Блин, неудача. Да ладно. Косяк. А больше шанса-то и не будет в любом случае. Ладно, давай, прокачивай опять легкие пальцы. Сестры. Сестры великие. Здесь проклятие. Здесь... То бессмертие есть, это есть. КП есть. Давай. Броню. Броню. Куда делся зимний клык? Ты видел, куда зимний клык, который на воде был, делся? Нет, не видел. Уплыл, что ли? Он на курон тут, какой-нибудь? Всего. Где-то здесь, скорее всего, рядышком. Как мне здесь поступить? Тут не самый мощный, тут, в принципе, тоже не так все страшно. Атнау забирай сразу. Да надо бы. Все равно никуда не добегу. Все равно никуда не добегу, поэтому захватить. Здесь давай вот это. Ремонт. И сестры прокачались еще раз. Это круто. Это круто. Соответственно, стрелы леса беру. На мыс мародера наведаться. Короче, тут надо пройтись так катком по вампирчикам. Тут что происходит? Ага. Скоро я смогу уже провести 98. Ритуал можно будет скоро проводить. Здесь давай я, значит, строю. Это строю. Это строю. Это строю. Хорош. Прям хорош. Здесь что? Здесь бы было бы неплохо виноградные лозы поставить, но нету роста. Поэтому пока оставлю так. Здесь, конечно, не самая мощная защита, но хотя уже достаточно приличная. Так. Все, здесь все. Кто? Ага, ты теперь. Теперь ты. Теперь ты, что тебе такого полезного можно взять? Давай закалку. Давай закалочку. Ты у нас несешься на деревню. В смысле? Не добежал? Да ты чё, прикалываешься?
Не, ну этот заселил, сначала разрушил, потом заселил. Ну я, собственно, совсем не против, чтобы здесь цари гробниц держали влияние. Главное, что оркам это не достанется. Нужно еще пройтись вот в этом направлении. О, это ящеролюды не справляются, я смотрю, ни разу. Хотя вот этот вот достаточно мощный ящеролют. Давай, круши вот это, а ты круши вот это. Давайте будем орков сжать, сжать будем орков со всех сторон. Ребятушки, это нужно сделать. Бо у них поменьше деньжаток-то было. Здесь ты набираешь силу, молодец, давай тогда на Катар пошел. Это я сам на дохлое ущелье схожу. Все, пропуск хода. Посмотрим, что предпримут компуктеры. Компуктеры. Что-то могут предпринять. Этот не дошел, блин, ну пипец по этим болотистым местностям ходить. Неудобно от слова совсем. Проще, наверное, было прыгнуть прям туда. Сэкономил бы целый один ход я на этом. Так получилось, блин, аж три хода вместо двух. Беда прям. Так, ну для древолюдна-то нападай на город. В принципе, там армия большая у него. Он, конечно, 5-го уровня. Я думаю, должен постараться справиться. Давай посмотрим, что получится из этого. Когда гномы будут уже здесь какие-то действия предпринимать? Опять сидят, какой-то фигней занимаются. Двумя армиями. Ну, конечно, не в нашу силу, я сказал бы. Сейчас посмотрим. Сейчас я знаки это раздам знаки здесь. Альтдорф. Ладно, Альтдорф, не Альтдорф. И ну тут в любом случае надо эти все прибрежные города снести. Что-то горит. Видимо, крысолюды сидят. И здесь гном, и там гном. Осита второго не вижу, куда он делся. Хрен его знает. Снизу хаос, сверху два очень мощных отряда хаоса. Архаон и еще вот эта птица-убийца. Шансов мало, ну попробуем. Прикалываешься, что ли? Ну, у них три отряда. Они просто числом задавят. Ничего ты не сможешь здесь Они сделать. в городе. Мы их все будем сейчас расстреливать. Тем более в городе. Еще хуже. Расстреливать. Как через Не стенки собрался парься. расстреливать? Ладно, не парься. Этот отряд можно слить. Следующий. Потом сейчас доймется, и Аорион-то пришел. Все равно ему надо что-то делать, не стоишь же на одном месте. Вот именно стоять на месте, защищать город. Да, все, все Там верно ты Орион стоит в сказал. городе. Орион в городе стоит. Ну, вверх бы пошел, захватил бы какое-нибудь поселение. Чего вот это вот Он не дошел, сливать армию? никуда бы не дошел бы. Ну, а лучше, конечно, сдохнуть. Я Да понял, не да. сдохнуть, Да почему сейчас сдохнуть? Сейчас посмотрим, сдохнешь. сейчас посмотрим. Там шансы, блин, 10% у нас силы и 90% у него. Тут вообще никаких шансов нет. Сейчас Потрепать посмотрим. армию можно, но эта нежить, она восстановится, блин, за ход. За полтора. За два. А ты Я не будешь эту паникую, армию раньше еще потом времени. 5 ходов нанимать. Ой. Дело как бы твое, но я бы не стал с такими условиями нападать. Нахрен оно мне не надо было бы мне. Дело сделано, все. Да, какая статуя крутая в городе стоит. Чувак с молотом такой.
Дело-то, конечно, сделано, да. Слиты войска. По максимуму, по стенам, драконами. Ну что, готов? Конечно, готов слить твои войска, естественно. Я готов всегда. Ну, просто сейчас потратят, блин, стейлы в никуда. Все в стенке, блин, все стейлы воткнутся. Толку, блин. Более было бы больше шансов, блин. Единственное, что коники, наверное, не выбегут. Это плюс. Но стрелы потратятся просто в пустоту. Ворота один хрен придется пробивать. Давайте залетайте куда-нибудь сюда. Буду как-то... С этой стороны-то шанс попадать больше намного. Атакуйте героев нафиг. Надо героев размозжить. Вы тоже залетайте. Что там, эти двинулись? Залетающие пока не двинулись. Вроде бы стоят на месте, хотя хрен их знает, что-то они... Там шевелятся, не пойму, что происходит там, конечно. Но что-то происходит явно. Ладно, дыхание дракона. Сюда. А кто атакует-то? Кто-то плюется у них? Не пойму, что происходит. Дыхание дракона сюда. Еще одно дыхание дракона сюда. Где герои, братские эти? А вон они его атакуют. Ну хорошо, пока нормально получается атаковать. Ну как только боезапас кончится, это будет конец. Всем силам зла. Я не пойму, кто дракона покоцал. Ну, есть, конечно, время дыхания дракона реализовать. Это круто. Так, энты нахрен, уходим отсюда. Валим, 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 валим. И героев уничтожить, вот этих вот агентов. В ближний бой никого. Вот, отлично, один готов. Второго теперь давай. Поливайте. Древние, отводи. Зачем их терять? Пусть пока стоят где-нибудь на полянке. Раз они выходить не собираются. Времени у нас полно. Спешить нам некуда. Со стенок он уже все сбежали нахрен. Сейчас я драконами как поджаю в толпу. И еще разочек. И еще разочек. Хорошо поджаривают. Знатно прям. Осталось еще по одному дыханию драконскому. Что там? Героя вы убьете? Где он там бегает? Совсем понятно. Коников лупят. А здесь какую-то пехоту. Нахрен вам пехота? Коников мочите. Коники — это опасно. Остальное это все фигня. Хорошо, по самой кучке. Не, ну столпились они, конечно, знатно. Дурачки эти колотить. Драконы тоже очень хорошо в эту толпу плюнули. Так, ух, прям.
Дыхание у них достаточно мощное. Сейчас откатывается третье дыхание. Жаль, у твоих драконов не как у моих. Не 4 дыхания, всего лишь 3. Правда, я четвертое почти никогда не успеваю использовать. Но здесь бы оно пригодилось. Все, драконы свой потенциал реализовали. Теперь надо... А на стену, теперь на стену пускай убивать. Стены на стенах. Там один отряд сидит-то. Ну его тоже добить надо. Полезут на стенки, что ли? Бля, сорвались, сорвались. Так, ну орлы уничтожили. Один отряд конницы, у них боезапас практически того кончился. Но конница достаточно сильная, они бы потрепали. Они с копьями тем более. Потрепали бы изрядно. Поэтому ладно. Нормальная тема. Орлы теперь пусть сами выбирают цели. Тут остался последний с малым запасом. Давай упи вот этих, наверное. Сейчас сдохнут. О, драконы сорвались. Террор-гейст летит. А нет, не летит. Если бы террор-гейсты все с летающими отрядами ворвались, тут было бы плохо. Нет, он все-таки решил атаковать. Так, уходим тогда. Уходим. Уходим. В таком случае могу вылечить. Я отвожу драконов. Пусть террор-гейст летит за нами. Сейчас мы его здесь примем. Да, он решил свалить. А, хитрый, зараза, а? Варгуль зато бежит. Но драконов надо бы подлечить, да. Лишний не будет. И отведи-то этого капитана Поляна. Че он там в воротах стоит? На коняшке такой. Грустит в воротах. Так, они теперь полезли на стены. Ну давайте, ладно. Раз вы полезли на стены, значит ты сюда, ты сюда, ты сюда, вы сюда, вы куда-нибудь сюда. Я думаю, пора заходить потихонечку. Орлы куда-то, блин, странно себя как-то ведут орлы. Чё они как летают? Непонятно. То вниз, то вверх, то хрен пойми. Вниз не надо, там внизу полчища этих нежити. Ладно, энты. Давайте, погнали. Погнали вперед. О, летят, летят, летят. Вот эту надо колесницу, она какую-то фигню делает. Снести по-хорошему. Прилетели, улетели. Улетели, прилетели. Ну, орлы, конечно, страдают жестко. Варгульф что-то стоит. А, нет, побежал все-таки. Все-таки побежал. И герой несется, все сорвались. Какое-то месилово чисто на стенах вообще происходит непонятное. Так, третий отряд. Ворваться на вражеского героя. Бейте его. Бейте его полностью. Нужно с ним разобраться. Так, драконы пока что вроде бы держатся. Остальные орлы не то чтобы очень. Лезут и лезут пехота на стены. Много их, конечно, очень. Орлов скоро грохнут. Дебафы вешаешь?
Террор-гейст помчался. Это хорошо. Для них. А для нас это не очень хорошо. Как-то. Так, ты, значит, бьешь сюда, ты, значит, бьешь сюда, ты, значит, бьешь сюда. Пробуем как-то продержаться здесь. На стенах что происходит? Пока вроде на стенах побеждаем. Пока что вроде бы побеждаем на стенах. Все нормально. Мне надо отойти на минутку. Я отойду на минутку, сейчас вернусь. Тут вроде пока нормально, они сражаются. Так, вроде бы пока все более-менее, да, здесь у нас. Дракон что-то какой-то фигней занимается. Только врывайся, наверное, вниз. Хотя тут террор-гейсты. Давай-ка на террор-гейстов драконами нападу я, пожалуй. Орлы. Ну-ка. Тоже помогите. Помогите, террор-гейста надо размазать. И герой еще там мчит. А чё, у лучников нет стрел больше? Может, есть, быть, тоже их берегу, берегу. Береги. Может, они на стенках бы себя нормально показали. Пехоту-то в основном перебили уже. Один дракон бежит, призывный трус. Все, хана ему. Дракон сдох. Прилетели... Вражеская авиация вступает в бой, я смотрю потихоньку. Правда, они что-то по одному вступают, а не толпой. Это странно. Один дракон уже погиб. Врываться вниз я что-то не очень хочу, иначе их могут просто размазать. Вот здесь еще на стенках целая прорва, блин, пехоты. Если я туда полечу, вся вот эта авиация точно сорвется. Это стопудово. Ладно. Чё уж тут. Давай, погнал. Ты сюда, ты сюда. Энты, конечно, молодцы, но они так долго не протянут. Врываемся. Есть, вражеский лорд погиб. Это прекрасно. Зуатов тоже заводи. У них, может, какие-нибудь полезные заклинания есть, типа каменной кожи. О, прилетели. Я уже все использовал. Прилетели. Примчалась вражеская авиация, блин. Хилов тоже нету, да? Никаких. А, ну дракон уже все бежит. Кончилось. Дракон уже бежит. Арвы тоже сейчас побегут, да, практически все. Дракона надо одного хотя бы оставить. Я не знаю, как... Маломальски, чтобы он жил. Он, наверное, оттуда уже не выберется. Тут какой-то трэш происходит. Очень жесткий.
Очень жесткий трэш. Ну-ка, орлы, уходите тоже оттуда. Давайте не ругаем отсюда. Нет, дракон уже тут не выберется никуда. Грызи. Грызи. Дерись. Дерись, как в последний раз. Пехота опять тянется, блин. Стягивается вражеская пехота. Конники тоже стоят, тупят. Странно, как-то искусственный интеллект работает, блин, в осадах города. Если бы он всей этой толпой сразу навалился, нам бы сразу кирдык настал. Моментально, блин. Так, ребятки, возвращаемся. Один револют даже достаточно такой целый. Главное этого не слей, главнокомандующего, иначе мы сразу проиграем. Ты его, пожалуй, отведи немножечко назад. В ворота попробуй его вывести. Я тут энтами пытаюсь сдержать варгульфов. Тут не только варгульфы еще имеются. Хотя с этими вроде бы справляемся. Че, у лучников боезапас кончился? А нет, некоторые вон стреляют нормально. Ой, как хорошо пошло. Ой, прям как пошло. Вот сейчас стрелы нам помогут, конечно, сильно. Дракон опять испугался, последний уже. Сейчас будет сматываться. Я надеюсь, он все-таки воодушевится. Но мне кажется, что уже ни хрена. Ладно. Вот этих давай. Орлы, воодушевился. Слушай, нормально. Воодушевился, возвращайся тогда. Раз ты воодушевился. А для тебя есть работа. Вот эту вот колесницу надо убить. И орлы, наверное, тоже. Туда же навалитесь. Нужно колесницу эту снести. Стены мы... забрали себе здесь что? С этих стенок пехота потихоньку подтягивается в центр. Там мыши остались. Есть еще главнокомандующий. А, ты даже достаешь со стену. Вообще хорошо, слушай. Коровы опять боятся чего-то. Ну что, древние, пошли. Эти все уже... практически проиграли. Горы трупов везде. Просто горы трупов. Мышей надо уничтожить обязательно. Остались еще, блин, призраки на коняшках. Достаточно жесткие ребятки. Ну ладно, энты хорошо держались. Очень даже хорошо энты держались. Прям отлично, я бы сказал. Дракон погиб. Орлы тоже практически того самого сдохли все. Отходите-ка. Это еще за кони туда-сюда бегают. Кони туда-сюда носятся. Интересно. Так, ну что, третий отряд. Погнали. Погнали. Вы сюда. Вы сюда. Вы будете второй теперь отряд. Раз драконы все погибли смертью храбрых, надо заманить теперь под град стрел вражеских поганцев. У меня еще лечение появляется. Я лечу твоих этих. О, это здорово. Лечение там, правда, много здоровья не полечит. Там-то и сотни. Зуатов, может, заводить будешь, нет? Что они там стоят до сих пор? Это запасной вариант. Запасной вариант. По-моему, это забытые войска, а не запасной вариант. Слушай, они все дохнут. Иди пока сюда ко мне, сейчас я поставлю своего вылечиться и их еще.
А нет, мы выиграли, смотри, они дохнут, у них мораль на нуле. Тут надо только надавить, и они рассыпятся моментально все. В центре, по крайней мере, все дохнут, распадаются. Это чудо, блин. Не, ну если бы комп так не тупил, вообще бы ничего у нас тут не получилось. По чуть-чуть атаковал, блин, по два отряда. Сейчас надо героям надавить. Энты должны с этой задачей справиться. Ой, орлы сбежали. Все-таки полетали над ним, полетали такие. Блин, беда, идти кать. Все, труп. Да уж. А ты говорил. Ну... Стопудово должны были проиграть. Ты ж видел, что они тупят. Все в центре стоят, не выходят. Если бы они все разом навалились, сразу бы мы проиграли. Просто моментом. А так на стенках всю пехоту убили. Потом позиции заняли. Он спокойно комп мог этого не дать сделать. Драконы, ля, что-то натворили. По 190 отрядов убили. По 130, по 140. Энты тоже некоторые по 100 юнитов грохнули. В воротах стояли. Это, конечно, можно назвать просто чудо. Или глупость компа, не знаю, как это назвать. Да, ну, битва эпичная, конечно. Это меня беспокоит, дядька. Очень сильно он меня беспокоит. Здесь где-то еще Архаон бегает тудым-сюдым. Почему он форт Якова не нападает? Этот, скорее всего, сейчас разрушит вот эти два поселения к хренам. Да, тяжело. Тяжело с ними тут бороться. 96, опять 95. Ну, пик злобы я точно заберу. Потом надо попробовать пустоши Нагаша и Накажизазазазар какой-то взять. Они тут окружены горами. Сюда добраться сложно. Я вообще не знаю, как тут по-нормальному. Вот отсюда, наверное, только проход. Через воду тоже приплыть здесь, высадиться. Где-то так, наверное, как-то. Это должно происходить. Этот, зараза, силу набирает. Мне не нравится, что он силу набирает. Вот вообще никак мне это не нравится. Что поделать? Начать, наверное, все-таки стоит с Горбатой горы. Гора Серебряное Копье, блин. И интересные достаточно поселения. Этот у меня что? Этот у меня на плавучую деревню несется. Потом на Дохлое ущелье. Потом пойду, наверное, в Катар. Карак-Орут. Гора Арахнос. Массив. Здесь, я надеюсь, ящеролюды сами справятся. Максимально уменьшаем силу оркам. Кемри тоже молодцы. Вот здесь нужно вовремя успеть. И вот этого поганца. А то он сейчас Акендорф тоже разрушит к хренам. Холмы разрушит. Вот это может разрушить. Он все поразрушал просто. Взял просто все и поразрушал. Долбанный орчик.
Полчища нежити просто разбили. О, а это что, восстание, что ли? Какой-то. Мятежные вампиры, да. А как так получилось? Ты захватил и сразу же восстание произошло? Без понятия. Ага, понятно. Я так и думал, что он на Акендорф нападет. Мясник этот, Ажаг. В этот раз не разрушил. Странно. Налет. Налет, разорено. Полное поражение. Так, ну здесь... Можно начать ритуал. О, отлично. Он все забирает назад. Ну, понятное дело, везде не успеть, как бы. Здесь можно повоевать. Но тут орк тоже на меня напал. Тут у него войско, конечно, большое. Хотя тоже у меня тут защита неплохая. Зимний клык ты имеешь в виду? А куда он на тебя напал? Нет, на меня орк напал. Это зимний клык на тебя напал. Как у нас ручит? Нет. Ж видишь ход зимнего клыка? А на курон. Ну, можно, в принципе, повоевать, я думаю. Ну, давай, повоюем, почему нет. Хотя бы часть у него слить больше. Не, ну тут шансы есть слить ему каких-нибудь монстров. Пехоту мы, конечно, задолбемся убивать, но монстров, в принципе, стрелами можно вполне себе натыкать. Ох уж этот зимний клык. Это ж такие тролли у зимнего клыка, такие бешеные тролли у них есть. Орки немножко другие герои, они поменьше. И менее свирепые. Больше на дурачков таких похожи. А это какой-то яростный чисто такой. Че у него? Пехота, 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 пехота. Это тебе, а мелочь у себя оставил. В лесочке давай сидеть. Энта я поставлю вперед, чтобы встречать. А орлов максимально близко. Понеслась, запускай. Возьми меня на ручки. Хочу, чтобы на ручках. Так, мамонты. Сильно беспокоит здесь мамонты. Огонь сосредоточить по мамонтам, орлы, давайте. Огонь. Что вы делаете, ебаны? Куда они полетели, стрелы? Фигней занимаются. Псы несутся. Ну, с псами и волками там разберется без проблем. Где дракон мой? Дракон примчался. Хорошо. Ну, наверное, стой. Этот в бешенство впал. Что там за шум у тебя начался? Так, орел, иди сюда. Энд. Энд, давай, встречай гостей. Орел, встречай вот этих гостей. Да ладно, сразу главнокомандующего ты подставил. Ты что, прикалываешься, что ли? Все, слились мы, короче. Можешь забыть про победу здесь. Или даже убийство кого-нибудь. Мамонта, может, добьем хотя бы, нет? Там даже лучники есть, какие-то копья бросают. Хорошо, давай, дракон, ну. Неудобно, если честно, пользоваться этим дыханием. Ну ладно, давай. Дыхание дракона, погнал.
Погнал, 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 погнал. Там хорошо должно зайти. Они так столпились плотненько. Ну. Давай. Заряжай. Опа. Слабовато будет. Ну ладно. Погнал тогда сюда. Орлы. Ближний бой. Сюда. Хотя бы вот этих вот уничтожить. Все бегут. А слон капец бронированный этот. Вообще не убить никого. Энд уже убежал. Эти все побежали. Да. Ну колесницу есть же шанс размотать. А эти на коняшках, блин, еще и лучники. Разлучники. Ну орлы догонят один хрен, они быстрее. Энд вернулся. Воодушевился. Говорит, сейчас я всех тут попробую убить. Ну что ты там? Никак не догонишь. Ну, с этими точно расправиться. Дракон должен тоже. Да, одну колесницу хлопнул. Давай вторую. Давай, 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 давай. О, толпа прибежала. Это текать такой. Мамонт в ярости туда-сюда метается, всех мутузит, блин. Да, мамонты это, конечно, жесть. Уводи максимально далеко главнокомандующего, чтобы мы сразу не слились. Я, может быть, еще успею тут кого-нибудь убить. Так, вы расправились. Давайте тогда. Боезапас еще, в принципе, имеется. Давай, 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 мне нужно добить. Где тут мамонт этот недобитый носился? Вон он, зараза, иди сюда. Иди сюда. Дракон. Дракон тоже справился. Возвращаюсь, еще два дыхания, как минимум одно я смогу использовать. Лети теперь сюда. Где-нибудь. Тут, наверное, в центр вражеского построения надо дыхнуть. Ну что вы там, летите, нет? Орлы. Летят. Летят. Дракончик тоже летит. Кто-то воодушевился. Дриады воодушевились. Волки очень шустрые, конечно. Ну, у меня остался только он командующий остался. Ну, им надо бегать, им не надо в бой вступать. Им надо убегать. От пехоты хотя бы. От волков, наверное, не убежишь. Я вообще не вижу, где он. А его лесу. Зажали здесь, его туда, тут толпа мне идет там. Пока я, не может быть, мамонта хотя бы успею добить. А он тоже побежал. Ну добивайте ж мамонта, чтоб вас. Мамонт один готов. Летающие войска не могут удержать землю. Чё? А, распадаются летающие войска, когда все наземные потеряны. Это чё за прикол такой? Я ж правильно понял, они дохнут? Ладно, попробую дыхание дракона использовать еще. Все-таки. Опа! Хорошо получилось. Меня устраивает такой расклад. Где есть вот этих вот, давай. На грабителей нападу. На грабителей нападу. Вы тоже давайте мчите сюда. Куда-то несутся, непонятно. Да, мораль у них, конечно, вообще никакущая. Все, убежали. Моментом все такие. Оп, сдуло. Ну такое. Вообще ничем мы тут не сделали.
Одного мама такое как получилось убить, блин. Чудом и то. И две там колесницы и какие-то конники были с копьями кидающимися. Ну уже на сколько, три отряда у него меньше, на два. А я-то думал, куда он делся, а он поплыл сюда, поганец. О, что, не разрушил, не захватил, ничего не сделал, просто разорил? Разграбил. О, это кто? Кром порождения тьмы. Ну, автобой, здесь вообще шансов никаких, блин, какие-то легендарные отряды у него. Четыре штуки, все с этими штандартами. О, еще одно поселение потеряно. Весело, блин, они нас жмут, гады такие, а? Хаоситы эти. Можно начать ритуал перерождения. Это было бы, конечно, здорово, но защищать этот лес мне, к сожалению, некем. А вот от слова совсем не вовремя сейчас ритуал перерождения этот проводить. Так, ты... Ты продолжаешь свой поход против орков. Автобой. Пировать. После нашествия хаоса, конечно, жесть какая-то там творится. Тут восполнение потерь. И дальше на следующий ход буду двигаться. Крысолюды на железную скалу пошли, я так понимаю. Ну, ладно, здесь черный рудник надо брать. Сказал, надо брать черный рудник. Тоже автобой. Оккупировать. Уху-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 ху. Это чё? Это железо. Ну, не очень мне нужно железо. Если честно. Давай вот эту я лучше штучку возьму. Починюсь. Так. Так. Так, 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 так. Стрелы леса беру. Лучник, разлучник, что ты можешь? Колчаны. Проникающие выстрелы. Тоже беру. Хорошо. Здесь сдюжил, здесь сдюжил. Тут либо сюда, либо сюда. Блин. Не хотелось бы, чтобы плодились крысы, если честно. Они еще и скверну разгоняют в округе. Так, наслаждение жестокостью. Беру. Где этот делся? Этот на крысе тут гоняет. Ага, вон он куда побежал. Сейчас поймаем его. Это чё? Архаон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, одним отрядом придется возвращаться назад, причем очень срочно. Давай. Я сказал, прыгай. Иначе лес меня здесь уничтожит. Эти, понятно, сейчас все будут уничтожены совсем и полностью. А вот этот отряд надо нападать, пытаться его победить. Знамя быстроты, конечно, тебе, Дрича, ты должна убегать. Убегать. Не самый мощный отряд, и древний практически нет, одни лучники. А у него пехота, пехота, монстры. Жесть, конечно. Но нельзя еще давать туда... Двое конников, в принципе. Надо их сразу загасить. Это да. Ну, блин, нельзя этому хаоситу давать еще и в бок уходить. Там и так с вампирами проблем хватает у тебя. Так, хорошо. Вот так вот. Эц. Ну и вот эти, может быть, как-то защищать. Все, начинаем бой. Вот этих я поделю пополам. Вы будете 2, вы будете 3. В смысле?
Не все три будете, вы будете два. Выше один. Два призыва. Есть рут. Будешь никого ставить ближе? Буду сейчас орлов ставить ближе. А вот тут еще ставить ближе. Больше некого. Остальные все пусть сзади стоят. Полетели. Три. Два. Вперед. Надо пушку уничтожить максимально быстро. Огонь! Сосредоточить! На пушке, я сказал, а не на героя. Нахрен вам этот герой сдался. Героя, конечно, тоже надо шварнуть, но чуть позже. Есть, все. Это теперь не опасен. Я сразу побежали такие. Оп-оп-оп-оп-оп. Как только пушка взорвалась, сразу рванули все. Да и чем? Ты в лесочек иди. Здесь надо сделать призыв. Получится у меня с такого расстояния призыв сделать? Здесь, например. Оп, дриады. Сдерживайте вы этих коников, сдерживайте. Один отряд коников сдержу, вторых, думаю, ты уничтожишь и так. Здесь нужно дебаф повесить. Ну, чё, добьете его, нет? Шустрая зараза, блин. Ладно, гнаться не буду. Всеми. Вы сюда. А вы давайте огонь. А лучше сюда летите. Здесь порождения всякие. Так это вас снесли. Второй, третий отряд. Он, зараза, сбежал. Ну ладно. Раз сбежал, так сбежал. Что ж поделать. Дрича. Давай. Сюда такое. Сюда такое. Два дебафа повесил. Ухожу. Ухожу из-под атаки. Здесь поддержка, конечно же, с воздуха нужна максимальная. Вы зря туда полетели. Очень даже зря. Вот в спину вот этим вот гасите. Второй отряд здесь вполне себе неплохо с воздуха атакует. Дрича. Призыв. Давай. Опа. А эти еще живые, ни хрена себе. В атаку тогда, че вы, блин? Че вы тогда фигней занимаетесь? В атаку. Лучники хорошо работают. Мне нравится, как они работают. Сейчас я тогда кину рут на толпу, на вражескую. И магическим снарядом еще можно шандарахнуть, в принципе. Оп. О, это стрела Курнуса. Ха-ха. Дебаф. Не, круто. Круто, у нас тут все получается. Очень даже круто. Второй, третий, сосредоточить огонь. А, Дрича. Ну-ка. Рутай вот этих всех. Нечего тут убегать. Напасть. Здесь ближний бой. Погнали. Третий отряд, ближний бой. Погнали сюда. Великана точно надо добить. Остальное не так уж важно, но главное великана хлопнуть. Он потом проблем не доставлял. С дальней дистанции они, наверное, его даже сильнее били, да, чем так его грызут. Ну, они и так стреляют, и так грызут, в принципе, нормально. Сейчас добьем.
Давай-ка, призыв сюда. Оп. А теперь этой всей толпой окружаем и пинаем его. Добили. Там. Ну что ж ты... Не могу попасть. Ладно. Завершаю бой. Завершаю здесь бой. Посмотрим, что из этого получилось. Этот убежал, но он что-то сдох, походу, да? Или не сдох? Сдох или не сдох? Великанов убили, отродьев убили, конников попинали, пехоту изрядно потрепали тоже. Это хорошо. Дрича не самый мощный герой, но что поделать. Зато у нее есть целых три призыва, как у крысолюдов у нее механика примерно. Только она не тратит ни еду никакую. Так, восполнение потерь. Блин, эта гадость убежала. Получится у меня ее догнать? Здесь... Нет, это мне не надо, могу честно оставить, что прикалываетесь. А вот мантра, это прокачка. Это прокачка. Это темное сердце бессмысленно прокачивать. У меня все равно этих отрядов нет. Распорядитель. Дом среди деревьев. Увеличивает скорость передвижения по карте. У меня сейчас летающие всякие. Крылья леса. И лучники. Давай стрелы леса сначала буду прокачивать. Стрелы леса. Ты гонись за ним. Автобой добить, поганца. Так, Дурхту там, я надеюсь, справится и так. Ну, повышение у лучника. Так, давай я тебе знак Хоэта возьму, чтобы магии тебя не просаживали. Здесь орочи земли. Ха. Ну, буду идти дальше. Нападать на орочи земли. На одни, на вторые. С этой стороны подожму. Что ж поделать. Так, здесь мне нужно всего лишь поставить дуба. Устануть. И нанять еще. Еще древней. Больше. Больше. Нанимаем. А то тут опасно. Архаон. Супер прокачанный. И вот этот вот еще достаточно неплохой такой дядька. И где-то птица бешеная носилась. Непонятно, куда она делась. Куда-то скрылась. Так, здесь что? Здесь я мчусь выручать свои поселения. Вот сюда надо этого орка отпинать и вот это вот все позахватывать здесь. Так. Ты. Что ты можешь сделать? Здесь не опасная армия. О, еще один плывет. Норска. Блин, что-то они там решили не в подходящий момент ворваться, эти норски. Совсем я свой один отряд отправил туда, ту же сторону. Сейчас, наверное, Аскорин дойдет туда. Он, конечно, слабенький герой, но отряд нормальный сам по себе. Ладно, убийцу я тогда хотя бы отправлю. А на воду не может сам спускаться. Только по земле ходит. Блин, беда. Беда. Ладно, в любом случае, беги. Здесь у меня что? Здесь у меня ремонт. Всего и вся. Так. Мрачный лес усердно строится. Вот это улучшить. Улучшить. Общественный порядок налаживается. Это хорошо. Что здесь у меня происходит? Гора Скверок. Это все окей. Этот походил, дядька. Этот дядька походил. Этот дядька готов ворваться. Автобой. Захватываем ловучую деревню. Купировать.
Все, прекрасно. Теперь в бок и на помощь в борьбе с крысолюдами. Я думаю, либо вниз на орков надо подумать еще, куда лучше пойти. Но крысолюдам я больше беспокою, чем орки, если честно. Так, давай вот эту штуку жертвенную построю. Там нормальный такой дает отряд защиты. Крепкая, прикрепкая броня. Давай, стрелы леса. Стрелы леса берем. Берем всем. Ты давай на разведку неси сюда. Ага, тут орк нанимает армию. Ну, тебе это не поможет. Напасть на гарнизон. Ага, а здесь 40-й орк. Ёкараны бабай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребятушки, может вы там все вместе нападете на него как-нибудь? Толпой. Иначе вы не сдюжите 40-го орка. И он тут наделает делов. Я только отсюда уйду. Походу придется мне вот этим отрядом дохлое захватывать, а потом идти на Катар. Других вариантов я не вижу. А ты тогда нафиг ерундой не занимайся, а топай сюда, нападение на гарнизон устраивай. Здесь нужна помощь. О, ящеролюды справились. Захватил один город, второй практически дошел тоже, я думаю, захватит. Это хорошо. Это, я бы даже сказал, замечательно. Ну и все, пропускаю ход. Посмотрим, что будет дальше. Это, конечно, зимний клык вообще тут не в тему влез. Вот прям совсем. Вот вообще капец. Не хочется мне здесь никого нанимать, если честно. Я, конечно, могу себе это позволить. Так, это в тобой. Это что за нубы? Первые отряды чисто. Так, что тут? Не под угрозой мой лес? Отлично. Хаоситов здесь прогнали. Здесь ящеролюды прошлись. Заселились здесь. А нет, вот здесь хаос еще что-то чудит. Еще и поляну отравы у меня может отжать. Блин, это плохо. Поселение мне нельзя терять. 96 все еще. Не получается. Не получается. Они все пытаются нас прожать. Ну, здесь вроде бы пока нормально держится. Там у меня все союзники, кроме темных эльфов и хаоса. И вполне себе неплохо справляются. Ну, темных эльфов еще они вполне себе могут здесь зажать. Хотя темные эльфы тоже, я смотрю, набирают силу. Ни хрена себе темные эльфы здесь разошлись. После хаоса-то захватывают земли. Ладно, это еще какое-то время потерпит. Здесь проблемы посерьезнее у нас в центре карты. Этими зимними клыками, хаоситами. По сути, и то хаос. Единственное, я походу с сестрами сумерек не походил. Ну ладно, это не так страшно. Интересно, хаос на меня нападет или нет? Это прям очень мне интересно. У него тут достаточно мощные армии. Еще сверху, может быть, этот птиц подтянется. Тогда будет совсем жестко. А скавены потихонечку под шумок захватывают все. Вот тут по-любому скавены. Здесь тоже стопудово... А нет, это хаос. Это хаос. А здесь скавены сидят. Вот стопудово. Не просто ж так оно разрушено. Если даже оно и просто так разрушено. Блин, а эти орки погонючие идут вниз, наступают. Нет бы с хаосом тоже сражаться. Ни хрена. Гном решился, да? Действовать. Это хорошо. Если он здесь закрепится, чтобы орки не будут туда лазить.
Ну, Ажак Мясник меня сильно беспокоит. Здесь очень сильно он меня беспокоит. Эти тоже куда-то рвутся. Они здесь любое, в принципе, поселение смогут захватить без особых проблем. У них, блин, и варп-дробилки, и штормокрысы, и полчища героев. Агентов, героев, которые, блин, чуму распространяют. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тут непонятно, что с пустошами нога. Что этими делать? Нет, кажется, там крысы сидят. Тут стопудово они там сидят. О, ящеролют ворвался. Этот захватил. Этот сейчас захватит. Будет вообще хорошо. Хотя бы с этой стороны орков подожмут. Ну, здесь автобой. Тут, понятное дело, ожидаемо было, что крысолют начнет здесь все захватывать. Он даже и просто разорил, не решился захватывать. Это тогда не проблема. Главное, чтобы не разрушал. Разорять пусть разоряет. Видимо, очень нужны деньги ему. Очень-при-очень. Орк все-таки на лес напал. Ну, тут ему, скорее всего, ничего не светит. Обороняться. Лес мне никак нельзя потерять. Какие-то у него колесницы, 3 штуки. Гоблины с луками. Ой, отрядов лучников у него много. Ну, я думаю, как-то получится справиться с ними. Герой у него единственное, что жесткий. Очень жесткий герой. Прокачанный с легендарными артефактами. А это всего лишь оборона. Ополчение, так сказать, леса этого. Бой будет не из простых. Но шансы есть. Все-таки хорошие. Так. Значит. Вот этих всех. Вместе с вот этими. И вот этими отдаю. Вы будете Ctrl 3, вы будете Ctrl 1, ты, значит, Ctrl 2, а ты Ctrl 4. Ну, в упор подходить смысла не имеет. В лесочке давай здесь как-нибудь обоснуемся. Вы где-нибудь с этого краю. Летающие пока подальше, отойдите. Сюда станем. Алебардисты, копейщики будут встречать вражеские войска. А я попытаюсь как-нибудь зайти на лучников. А у тебя гир главный тут у тебя, да? Хрен его знает. Не пойму я, если честно. Да, у меня лучник. Так, значит, вы идете сюда максимально в бок. Даже, наверное, в передовое развертывание. Сюда и вот сюда. Пусть армия разделяется. Все, ты расставил, начинаем. Да, давай. Пентище, давай, наверное, вперед топай сразу. Вы сюда. Вы куда-нибудь сюда топайте. Пока там подтягивается вот этот Ажак Мясник. Не знаю, как его убивать, если честно. Вот вообще без понятия. Это что за... Колесница с крыльями. Это что за прикол такой? Гоблин машет, короче, крыльями, передвигает колесницу. Забавно. Где лучники, я не пойму.
Лучников не вижу вообще. Странно это. Ладно. В любом случае. А, вот теперь вижу лучников. Они прям все разом нападают. Это жестко. Энтище, давай, погнал. Погнал. Наверное, нет. Разворот. Весь первый отряд на вражеского героя нападаем. Здесь... пехоту. А чё с тобой? Боишься чего-то? Не надо ничего бояться. Все нормально будет. Здесь нужно обходить, облетать и нападать на лучников сзади. Значит, ты сюда, ты сюда, ты ближний бой сюда. Погнал, давай, 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 врываемся. Вы чё? Я сказал, врываемся, алё. Гасим лучников. Нельзя здесь терять момент. Надо гасить этих поганцев. Вали его, вали, 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 вали. Нельзя его упустить. Энд пошел. Вы, выходим. Выходим. Этот отряд сюда. Этот отряд... а, здесь еще колесница. Ладно, там пехота справится. Выходим сюда. Давай, 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 давай. Вот сюда вот куда-нибудь выходим. Здесь, значит, конница. Погнали сюда. Второй отряд сюда. Третий отряд... ближний бой сюда. Погнали, 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 погнали. Врываемся. Врываемся как следует. Пока там пехота. Че, он воодушевился? Этот поганец воодушевился. Сейчас, если приземлиться, надо... это, че? Ты че ерундой занимаешься? На него, блин, нападает. Первый отряд сюда. Ты беги. Ты беги, 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 беги. Беги! Алёшка. Алёшка, беги оттуда нафиг. Здесь коней, блин, бедных загоняли в усмерть. Не-не-не-не, нельзя им давать. Вражеский лорд ранен. Хорошо. Это хорошо. Это, я бы сказал, отлично. Так, гоняются поганцы за... за лордом. Ну ладно. Эти долго не выдержат. Здесь что? Здесь давим пока что. Здесь пока что давим. Конники. Чего вы в них стреляете? Бейте их. Бейте. Бейте их полностью. Орлы. Тоже грызите. Лучников у них, конечно, до хрена. Они как-то разделились странно, если честно. Не понимаю, как это работает. Почему они так странно разделились? Конница, конница, давите, давите, давите. Скоро лучники вражеские подойдут, потому что я их сдерживать больше, наверное, не смогу. Блин, ты. А главнокомандующего отряд гоблинов каких-то гонит. Ладно, он вроде отбивается, все нормально тут. Эти вернулись в бой, давай тогда бегом, бегом сюда. О, дрогнули что ли? Если дрогнули, это ж прекрасно. Этих надо погнать. Наконец-таки. Наконец-таки. Ты можешь, в принципе, в ближнем бою с ними драться. Что-то он в ближнем бою не очень хочет с ними драться. Ну ладно, тогда. Стреляй. Струляй по ним, струляй по ним полностью. Конник, вы что ерундой занимаетесь? Я вам что сказал? Атаковать. Ладно, тут поздно уже. Все равно никто не догонит убегающих. Скрылись все. Но главное, отбились. Теперь он пока будет восполнять потери. Я своим энтом доберусь до него. Ну, отлично. Сражение отлично прошло.
Удачно. Лучников, конечно, у него до хрена, а кем гонять этих лучников не так уж много. Конники слабые достаточно. Орел один всего лишь. Отрядов лучников у него было полчища целое. Так, тут, конечно же, восполнение. Потерь беру. Естественно. 758 тысяч золота. Охренеть. Просто охренеть, сколько золота. Да, я тут практически уже добрался. Если еще вот этот гном нападет сюда, я добью вот этого гада. И, наверное, пойду вверх вот сюда, вот все это захватывать. Тут хаос чуть выше. Но от орков тоже нужно избавляться. Не понимаю, почему хаос не крушит земли-то этих орков каких-нибудь. Именно вот сюда лезет и все ко мне. Уже б давно вниз ушел. Нет, надо сюда обязательно влезть. Прям обязательно. Что там вампир хочет? Предлагает что-нибудь хорошее? Так, на меня напали. На меня напали. На энта, что ли, на твоего? Да, на энта. Ну, давай, будем биться. Три армии напали. Даже четыре армии напали. Как четыре армии? Откуда здесь четыре армии? Я вижу одну, откуда тут четыре? Ох, йоу. Все недобитки. Ох, йоу. Охренеть тут коней этих. Ну, этот примчал, да? Горст Хельман. Варгейстов куча, террогейст. Ну, тут пехота половина это шляпа, а вот вторая половина достаточно мощная. Ну, ладно, давай биться, что делать? Нам никак нельзя проигрывать. Никак нельзя. Но что-то мне подсказывает, это будет очень жестко. У него легендарный Рарагейст, легендарные колесницы, легендарные, блин, сглазы духов на конях. Они жесткие. Да. Темные силы не дают нам покоя. Первый отряд сразу гасим, туда поближе, а потом начинаем все остальных отстреливать. Сразу гасим? Ты думаешь, так просто ну, будет тут, его нет, сразу нет, первый загасить? Отряд на нас нападает, первый отряд самый маленький. А, да? Ну тогда да. Тогда надо его быстро того, этого, на тот свет отправить. Упокоить их не темные души. Ну, карта достаточно маленькая, конечно. Так, вот тебе. Особо не побегаешь. Очень маленькая карта, блин. Прям, ну, очень маленькая. Не разгуляешься прям совсем лучниками. Ладно, два, три. Главный герой тебе еще отдам. А себе ставлю лучников, златов, ну и тут еще древний. Ладно, что у него есть? Каркуши есть, торжество, но это не очень полезно. Есть взрыв леса, есть хилка, но хилка слабенькая, конечно. Я, конечно, попробую дракончика и мальца подлечить, но это такое. А почему? Вы все один, давайте. Ну, в любом случае, давай вот так. Третий, сюда. Второй. Тоже сюда. А, ближе нельзя, да? Так как это дракон. Жаль. А, у тебя еще злато есть здесь? Да, два злата. Ну, тогда дракончика подлечи. Покоцанный в хламину. Так, сейчас подлечу сразу. Готов? Да, да, давай, начинай.
Атакуй вот этих вот. Давай. Атакуй, атакуй, давай. Огонь! Рассыпаются красиво. Мне нравится, как они рассыпаются. Очень быстро, очень хорошо. Все, теперь сосредоточить огонь сюда. Энти, ща вперед. Энти, ща вперед. Пау. Здесь каркуш, дебаф. Исцеление на Энта. Дракон исцелился. Вперед. Тогда вперед. Здесь главнокомандующего. Рергейст летит, да? Это что, Рергейст? Или это герой? Это герой, зараза, на драконе. Дыхание, давай сюда. Давай. Хорошенько их поджарь. Хорош. Все, теперь врывайся сюда. Здесь вперед, ребятушки. Вперед, 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 вперед. Энты, пошли, 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 пошли. Давим, гада. Сейчас двух героев, если размазать, будет нормально. Дракон там, в принципе, справляется вполне себе. С поддержкой лучников. Куда собрался? Зараза, текает. Ближний бой. Догонку за ним. Первый отряд. Атакуйте вот этого героя. Давите гада. Давите, 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 давите его. Есть. Хорошо получается. Правда, они тоже несут потери такие серьезные. Есть. Отлично. Этот погиб. Эти тоже погибли. Ну, теперь основную толпу встречать надо. Варгульф несется. Встречаю Варгульфа. Тут кто-то примчал, надо по ним... Стоп, 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 не делай, убежали. Бежали. Рергейст летит. Еще двое летающих. Да, жестко. Жестко здесь. Жестко. Коников давайте. Коников трепаем. Так, коник. Коников очень много несется. Значит, ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Дракониус. Дракониус, здесь нужна поддержка, срочно, дыханием, жги их. Жги давай. Ну. Серьезно? Ладно, вот этих давай атакуем, летающих поганцев. Но ты будешь сжечь сегодня, нет? Здесь еще каркуши мне нужны. Каркуши. И взрыв леса прям в центр вражеского построения. Так бах. Хорош. Так, вот ты лети труповозку пока что. Пошруди немножко. Здесь что? Здесь от летающих избавились. Коники. Атакую здесь коников, давай. Нужна поддержка. Бери. Тут энтища пока что держится, но их, ну, капец, как много. Да, пехота окружила, конечно. Давай не дай им зайти с этой стороны. И дай-ка им сделать этот...
Буду колдовать, буду молдовать. Можно начинать ускорение перезарядки, в принципе. Взрыв пошел. Свет, я варежки вообще ваши не знаю, где находятся. Я их ни разу не брал. Рюч, не краснейший, сносил все варежки. Все время не раз. Так, здесь теперь нужна поддержка с конными отрядами. Ты разобрался. Красиво. Молодец, дракон. Как раз дыхание откатится сейчас. Блин, нужно что-то делать. Нужно лечиться. Нужно взрывать леса. Все, этот разобрался. Давай летим. Дыхание дракона мне здесь еще очень сильно нужно. Блин, давят они главного героя. Жестко давят. Энд пошел. Пошел давай на Варгульфа. Ты что не идешь, алло? Топай, топай, топай сюда, топай. Срочно причем топай. Так, коники прибежали. Тут что? Боевой дух еще пока что держится. Взрыв давай. Бэмс. Хорош. Дракошка подтягивается. Замечательно. Раз ты подтягиваешься, давай дыхание дракона сюда. Жги. Жги как следует. Давай. Опа. Отлично. И теперь на главного героя ихнего нападай. Или что это? Колесница? Чем-то шмаляет. Таким опасным. Энтище подтягивается. Давай, Энтище. Врывайся тоже сюда. Тут каркуши. Вот сюда вот. Хил. И взрыв леса вот в ту область. Давай. Пау. Отлично. Отлично. Третий отряд. Чего вы тут ерундой занимаетесь? Давайте погнали. Здесь нужна поддержка. Врывайтесь. Здесь? Здесь, в принципе, с конными уже разобрались, да? Отлично. Зуаты туда-сюда бегают. Исцелений больше нет. Дракона отпинали, блин. Взрыв давай я сюда. Я все, что был уже. Понял тебя. Это, походу, был последний взрыв леса. Орлы тоже бегут. Конницы еще подтягиваются. Еще и коники есть до сих пор. Дракон сбежал, а нет, дракон воодушевился. Это хорошо. Это хорошо. Значит, я могу ворваться в центр вражеского построения. Давай, погнал. Погнал, ничего не бойтесь. Взрыв леса сюда, давай. Опа! Отлично. Блин, тут варгульфов еще целое полчище. Половина ХП у главнокомандующего. И мораль очень быстро уходит. Боюсь, не продержатся они долго. Давите варгульфов, давите. Не, ну с этой стороны уже все погибли. Многие распадаются. Остался варгульф, достаточно мощный. Вот этого надо добить. И вот этого варгульфа второго тоже. Нет, мы все-таки здесь победим. Ха. Второго варгульфа. Напасть на него. Пинать всеми силами. Еще колесница до сих пор туда-сюда бегает. Че, прикалываетесь? Вы ее так не победили? Гельман Горст. Жесткий этот Гельман. А морали у него как-то не очень много у моего главнокомандующего. Надо его попробовать отвести, что ли. Там еще варгульф бегает.
Уходим. Нужна поддержка здесь. Главное из толпы выбраться. Остальное не так важно. Сейчас я еще здесь вот так вот лесочек бомбану. Блин, Варгульф гоняется, зараза, за главным. Задолбал. Пипец он его грызет, а. Давай, зуатами зажимай, гада. Ухожу. Отлично. Все энты справятся. Ну, а теперь можно, в принципе, тоже приступить к битве. Потопал. Все, распался. И остался только герой лишь у него. Теми силами наваливаемся на него. Это все, что у нас осталось. Не так много на самом деле. Ну, зуаты еще целые. Шансы у нас все на победу есть, конечно же. Отлично. Кое-как, но победили. Да, это была жесткая битва, но мы ее сделали. Не, энты очень хорошо себя показывают. Прям в ближнем бою отлично. Жаль, одного только потеряли. А по-моему, орлов 3 штуки мы потеряли. Не, ну их как-то слишком много было. Это чудо, что мы вообще победили. О, теперь на меня нападает. Ну тут тоже автобой, не буду я с ним особо возиться. Показала практика, что слоны, ну, смотри, какие-то. Один, еще один отряд потерял. Волки, а, боевые псы, ну да, волки, можно сказать. Минус еще один отряд, он выполнять не может их. Там к нему вторая армия несется. О, еще кто-то напал. Ага. Архаон двумя отрядами. Кром и Архаон навеки избранный. Это он напал. Ох, сейчас будет великая битва. Это он на дуб напал. Ну, сражаться тут однозначно в реал-тайме. Тут других вариантов нет. Только в реал-тайме биться придется. Тут получается подкреп дуба и два отряда. Мой Дурхту главный. И вот этот вот, который энтов нанимал усердно. Древний. Вижу две пушки у него сразу. Одна легендарная. Надо с ними максимально быстро разобраться. Ну ладно. Сейчас будем как-то пытаться здесь победить. Шансы есть на победу. Хорошие достаточно. Все-таки у меня легендарный лорд не выкомшит. Достаточно хорошо прокачан. Давай мне первых, мне отдавай остальных там. Только почему-то да, не все сразу. Ну тут тупо древний один герой. Это самый-самый слабый отряд из всех, ну, которые у меня сейчас будут. Я сейчас буду, по крайней мере... Пока тут. Может, к тебе вообще бежать, а может, не бежать. А может, встречать там войско вдалеке. Как раз там могу встретить одно из войск. Ну, как вариант. Хотя бы задержать их там. Я пойму, откуда я буду. А, вот отсюда я из леса выхожу. В принципе, я могу сейчас в дальних попробовать задержать. Ладно, начинаю бой. На, вон у него. Там толпа появилась. Ой, дракон. Это герой. Ой, тех ты не задержишь. Зря ты туда пошел. Подкрепление прибыло. Конечно, здорово, но их слишком много. Егеря. Идите колотить, повылазило. Как я буду колдовать всеми этими чуваками? Я не понимаю. Ладно, лучник один, второй. Вот эти все.
Вот этот. Ctrl 2. Давай, занимаем позиции. Вот здесь вот. Дурхту, Древень, вот эта вся пехота, два энта, и вот этот, это Ctrl-1. Занимаем позицию здесь. Так. Второй, еще вот этих добавляю тоже, давай вот так. Даже вот еще один, тоже второй. Все, лучники. Разлучники здесь, значит, летающие. Это третий. Вот это четвертый. Третий отряд. Погнали на пушки. Максимально быстро сразу же. Конницу сейчас меня размажут и не заметят. Закидывают, и смотри, да. Что за жесть происходит? В атаку. Еще приходят, ни хрена себе. Добавить. Да, сюда, сюда, бегом, бегом, бегом. Третий отряд. Пушки надо уничтожить максимально быстро. Ближний бой. Сюда. Ближний бой. Сюда. От пушек избавиться. Четвертый отряд. Ты давай тоже. Сейчас колдовать будешь, молдовать. Побежали мои. А еще бы. Было бы странно, если бы они не побежали. Я их задержал на какое-то время. Даже потрепал. Архаон, зараза. Лучники, Курнуса, давай, огонь. Этот из-под крепа, понятно. Значит, четвертый отряд. Королева в бой. Здесь вешаю щиты. Первым делом вешаю щиты. Далее, чё, пока особо никого не потрепало. Ну, конечно, лучников потрепало. Врывайся давай, ну, чё ты вот это вот начинаешь. Второй отряд. Не успел я занять нормально позиции. Мне это не очень нравится. Давай. Сюда. Каст. Каркуш еще добавим тоже. Королева и так справится. Здесь можно бомбануть вот этим вот спелом. Тац. Хорошо. Навалитесь на Архаона, навалитесь, валите его полностью. У тебя все лучники сражаются, тебе надо кончить отвести их. Сражаются, молодцы, да. Сейчас буду менять им позицию. Давайте сюда. Конница тоже, давай, иди сюда. Ты королева. Королева великая. Мне нужно кастануть вот сюда взрыв. Так. Каркуш тоже сюда. И взрыв леса тоже сюда. Давай, пошел. Бамс, отлично. Здесь щиты вешаю на всех. Королева, встречай гостей. Нанесение урона бойцам, давай. Это какой-то странный спелл сейчас был. Или она просто еще его не кастанула. Нет, кастанула, нормально все. Все нормально, здесь с конниками надо разобраться. Давай, погнала, 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 с конниками разбираемся. Это что такое прилетело? Чудо-юдо. Чудо-юдо прилетело. Почему второй отряд не может по нему попасть? Давай всех лучших на него, он за ним полетел. Почему-то... Не выделяются они. Почему вы в ближнем бою-то деретесь? Алло. Демоны. Так, вы. С пушками уже давно разобрались. Соответственно, летите сюда. Это что за зоаты такие?
Драконары. Это не зоаты, какие-то драконары. Хорошо. Королева. Что ты можешь здесь сотворить? Ничего полезного. На нее несутся полчища вражин. Наверное, уходи отсюда. Первый отряд. Что вы ерундой занимаетесь? Все, тут разобрались, в принципе, по большому счету. Уходим. Хотя, вот давайте сюда встречаем. Значит, ты идешь сюда, ты идешь сюда. Вы толпой идете куда-нибудь в центр. Древние идут вот сюда. Эти уже покоцанные, надо бы их подхилить. Дурхту дебаф пошел. Здесь взрыв леса пошел. Дебаф вот такой тоже пошел. Че у королевы? Королевы тоже не особо там много. Давай щиты. Герои лучниками, лучниками, героем, да почти добит. Они вроде стреляют по нему, нет? Вот сейчас застреляли, да, они бы отвлекались там. Королева как сражается тут не на жизнь, а на смерть просто. Давай-ка ты подлечишь себя, мальца. И нужно сделать какой-нибудь офигенный спелл. Здесь уже я ничего не смогу сделать. Существенное замедление перезарядки. Это ерунда. Давай хил. Хил из баночки. Себе усиление брони. Так. Тут что за... А, это мои. Я думал, блин, у них лучники появились. Тогда все хорошо. Тогда сражаемся. Маны уже ни хрена нет. Ты что можешь сделать? Усиление давай на себя. Вот эту штуку подрубай. Да врубай уже, ну. Это что? Дисциплина... Сглаз, давай. Сглаз делаем на вражеские силы. Вот эту тоже штуку. И вот этим вот кидайся. Королева. Ой, королеве достается идти колотить. Уходи нахрен оттуда. Уходи оттуда, я сказал. Лучники. Давайте, подтягиваемся. Нужна здесь поддержка. Подтягиваемся, подтягиваемся. Все вражеские войска отступают. Убежали. Ты... Значит, хилься. Вы что, ерундой занимаетесь какой-то? Вперед. Догонку. Догонку, парни. Королева тоже в догонку. Она достаточно шустрая подруга. Третий отряд. Разделяемся. Ближний бой вы. Ближний бой вы. Догоняй, то, что бить его ближний надо. Бой ты. Здесь. Хил. И погнал. Великана убить. Значит, ты. Ближний бой. Вырываешься сюда. Но остальные у меня очень медленные. Догонять не могут, в принципе. Дева Курнуса. В атаку. Прилетит ему. Плюх, сдох. Отлично. Теперь ты сюда идешь. Ну, да яда достаточно быстрая, конечно. Лучники сюда. И максимальную скорость подрубаю. Посмотрим, что из этого получится. Убегают поганцы, убегают. У них еще пушка стреляет, прикинь. Да? Хрена Вон себе. Стреляет. Хрена себе. Прям в самую кучу, в твою стреляет. Капец, ну сейчас мы с ней разберемся с этой пушкой. У него, да, была же пушка во втором отряде. Капец. Конечно, забавно. Так, здесь хил. Ну, как бы все. Победа. Не, ну таким полчищем, конечно, управлять. Особенно, когда ты их не расставляешь, а они выходят из-под крепа. Это такое. Не ну, самое да. Веселое действие. Паника хаоса, так сказать. Но главное, большую часть их ты завалил.
Да, это основные войска, так, Тархаон и еще достаточно сильный второй дядька. Причем они только вдвоем, а у меня, ну, у меня по сути тоже подкреп и дурхту. Так-то. Некоторые лучники погибли, конечно, но ничего страшного. Это вообще не проблема. Посмотрим, что тут будет дальше. Ну, я думаю, вот пропустится. Хорошо, на этом тогда закончим. Пока что всем спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Всего хорошего и до новых встреч. Еще услышимся. Пока-пока.